осколки жизни на редких кадрах семейного архива. Вот они, тайная вечеря. Нет, ну чашка пойдет туда. Бросай папиросу, папа. Между прочим, это моя работа. Это моя работа. Глядя на этого улыбчивого и в чем-то застенчивого человека, сложно представить, какой небывалой славы он добился. Весь мир узнал, что есть такие вот люди, есть такое искусство, есть такой ансамбль. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат. Аншлаги по всему СССР, от Калининграда до Владивостока, миллионы поклонников и десятки миллионов пластинок. Дворцы спорта орали «Волок». Голоса, которые трогали за живое. Заповедный напев, заповедная даль. И Мулявин, который их создал. По кирпичику складывал вот этот вокал, но это просто он профессор, высочайший пробы был. Для друзей – Муля, для всех остальных – Владимир Георгиевич. Стоп! Еще раз кто-то посмотрит на часы на студии, и он больше работать со мной не будет. Когда за дело брался Володя, это был рок-н-ролл. Его биография полна неразгаданных тайн. Работа с Владимиром Высоцким. Говорит, я бы хотел сделать с вами пластинку. Высоцкий. Трагедия старшего сына. Загадочная смерть родного брата. Концерт отменяется. Володя не может. Развал песняров. Что-то такое произошло в нем. Какой-то надлом. И его главная, неспетая песня. Настоящая музыка, неутоленные страсти и подлинные драмы в судьбе Владимира Мулявина и его песняров. Ну что, можно начинать? Давай. Прошло более 40 лет, и Анатолий Кашипаров снова здесь, в колонном зале Дома Союза. Красота! Осенью 76-го здесь устраивали творческий вечер прославленного поэта Михаила Матусовского. Что-то мы репетировали. И Володя, бляха-муха, завтра ехать в Москву, у нас нет песни. И присылает прекрасная девушка, наша хорошая знакомая, она главным редактором музыкальным была, Достанкина. И она подобрала песню, нашла, это Бончиков-Нечаев пели эту песню. И она послала эти ноты старой Володе. И Володя сейчас тут набросал быстренько-быстренько вот баян, потом два баяна. Все эти облигаты он написал, баянные. И в этом была фишка. Их-дак-дак-да. Мы выучили по пыхах. Поехали на день, там учили всю ночь эти слова, ну, слова-то не мудреные. Следующим вечером уже стояли на сцене. Лауреат всесоюзных и международных конкурсов, вокально-инструментальный ансамбль «Песниры». Художественный руководитель, заслуженный артист Белорусской ССР Владимир Мулявин. Песня «О Вологде». Конечно, это было престижно. Тогда это был, ну, зал номер один вообще. Чтобы попасть сюда, коллективы не попадали. Песняры первые. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу. Знаю. Шла прямая телевизионная трансляция. Вот я помню тогда, где-то мы стояли вот здесь. И такие скромные, я помню, стояли какие-то ручки по швам, какие-то лица такие, ничего не выражающие, но внутри была буря. Девятый вал внутри был. Где же моя темноглазая, где Вологда, где, 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 Вологда, где, в доме, где резной... С
знали бы музыканты, что выступление чуть не обернется скандалом. Идет прямой эфир. Прямой эфир. Им сказали, никаких бесовок, ничего. Поклонились и следующий коллектив. Помните, тогда сидели каменные лица такие, не улыбаются. Там. А тут вдруг искренние лица, такое море аплодисментов. Вот лично я этого не ожидал. Мы скромно ушли. Зал вибрирует. Вологда! И Светлана Моргунова прибегает. Вау, еще хлопают! В архивах чудом сохранились эти несколько фрагментов. Мы пошли переоделись уже, оделись, то есть уже и ушли. Мы обычно на бис никогда не исполняем. И публика просто требовала, чтобы... И мы вышли, в чем мы были, мы вышли, спели еще второй раз ее. Дрын-дрын-дрын, спели второй раз, ушли, уже разделись совсем. И третий раз, слышишь, прямой эфир идет, третий раз поют Вологду. Дворцы спорта орали Вологду, мы выходили, и какое-то время начинали с нее и ею заканчивали. Пока мы не пели Вологду, не спели, нам не давали работать в конце. Истинно говоря. Это было славное время для парней из Беларуси. В 70-х в СССР не было популярнее ансамбля, чем песняры. Я говорю, посмотрите, что там сложнее трезвучие люди, ничего не поют. Ваши Deep Purple, там 4-й класс музыкальной школы. Послушайте, как эти люди поют. Это был такой песнеровский стиль, который никто не повторил, да и невозможно было повторить. А у нас же было расписано на 3, на 4 года все было. Все было только работой. Нам давали... Квартиры в Москве. Мулявин отказался, и мы все отказались. В то время, когда звезды его калибра получали квартиры в престижных домах и покупали дачи, Мулявин жил в обыкновенной панельной двушке. Ну, а сначала была комната в Минской коммуналке. Хозяйка, первая жена, Лида Кармальская. Она была потрясающая женщина. Помимо того, что она талантливая была, ну, у нее кубки вот такие, как у уточки были. Вот. Я... Она была самодостаточной артисткой со своим номером и с редчайшим жанром художественного свиста. Отец был просто гитаристом. Он не был тогда Мулявиным. Для нее он был... Лёте. Марина, дочь Владимира Мулявина и Лидии Кармальской, уверена, если бы не мама, не бывает никаким песнерам. Мулявин – это Кармальская. Мама его сделала. Она сделала его Владимиром Мулявиным с его песнерами. Женщина, которая заставляла его работать... Работать с инструментом. Володя, ты должен заниматься. Володя, ты должен писать. Это Гибсон. Вот это его Гибсон. История их любви началась как служебный роман. Парень из Свердловска и девушка из Барнаула оказались в одном эстрадном коллективе. С ним колесили по всему Союзу. Любовь произошла со стороны папы сразу. И он добивался ее, потому что она не заметила этого мальчика. Вот, потому что он младше ее на 3 года. Что такое 18 лет мальчишке безусому?
Они расписались в 60-м году. Володю не смутила ни разница в возрасте, ни то, что перенесенный Лидой в детстве полиомиелит может помешать рождению детей. Кососмещенный таз, мама была инвалидом. У нее была внематочная. У нее умерло двое близнецов до меня. Однажды гастрольная жизнь забросила молодую семью в столицу Беларуси. Когда я приехал сюда, это 62-й год. И когда я приехал на вокзал, было написано это «М» и потом «И» с точкой. Для меня было удивительно. Думаю, что это за буква такая? Но в Беларуси мы считали, что это Россия. Всегда, то есть для нас, ну, может, мы знали поэзию в переводе на Купалу. Мы знали, Колоса знали там у себя в Свердловске. Столица Советской Белоруссии. Динамично развивающийся город, крупный культурный и промышленный центр. Мама зашла в магазин, она говорит, наверное, какая-то проверка, потому что колбаса одного сорта, второго, третьего, сыры, все. Она зашла во второй магазин, то же самое, в третий. Она сказала, Володя, мы будем жить здесь. Линия жизни Леонида Борткевича пересеклась с Мулявинской в 70-м году в Минске. Выпускник архитектурного техникума стоял за Кульманом, а по выходным пел в самодеятельном ансамбле. Мулявин, услышав его выступление, позвал Леонида на прослушивание. И все, он сказал, Господи, говорит, а я искал, говорит, там что-то 40 человек, там вокалистов. Все, я тебя беру, а у меня не спросил. То есть завтра приезжай в филармонию в 9 утра. Я говорю, как так, у меня же проект институт, я же на работе, я же архитектор. Неизвестно, что сказал Мулявин директору проектного института, но на завтра страна лишилась перспективного архитектора. А сам Борткевич еще и своего имени. Вообще-то я Леонид, а Мулявин меня назвал Леша. Я сказал, Леня с батонами. Я ты не любил свое имя. Я говорю, буду тебя называть Леша. Не, Леш, ну ноту первую. Леша, вот так вот. Подожди, послушай. Мулявин был как тренер какой-нибудь там выдающейся футбольной команды, которая подбирала игроков. Также он подбирал музыкантов, вокалистов, в основе своих вокалистов, потому что песнеры — это прежде всего вокал. Ой, нормально, первая нота-то ужасная. Все мягким, это нам плачет, плачет, рыдание такое. Диалог идет такой. Давай еще. Думай. Молодому солисту Мулявин придумал образ лирического героя благородных кровей и угадал. Белый аист летит над белесым полесьем. Спустя много лет стало известно, что Борткевич на самом деле потомок княжеского рода. А замок в белорусском городе Несвиж принадлежал его предкам. Лирический тенор Леонида Борткевича вся страна смогла оценить в 71-м, когда вышел в свет самый первый диск песнеров. Мне тогда было 11 лет. Обратили внимание, как здесь флейта? Вот ее рабочее положение. Что я сделал на этой фотографии? Поменял наоборот. Так не играет даже виртуозник. То же самое, но играть невозможно. Мы пошутили, взяли, решили, говорю, ребята, вот похохмить. Похохмели, из-за чего испортили большое количество конвертов с неправильным положением.
Владислав Мисевич и Владимир Мулявин подружились в армии. Срочная служба была призвана в 64-м. Вот тогда я познакомился с Муляином. Вот недалеко здесь дом офицеров. И там наше место встречи, которое изменить, к счастью, было нельзя. Он в ансамбль песни и пляски Белорусского военного округа, а мы образцовый оркестр Белорусского военного округа. Там консерваторские ребята были. Яшкин, Тышко, оттуда и Муляев. А Шурик Демешко служил со мной в оркестре. Вот мафия называлась, мафиозная структура. Вчерашние рядовые и сержанты и представить не могли, что когда-нибудь звезды эстрады будут считать за честь стоять с ними на одной сцене. Я счастлива сегодня поздравить, Володя, тебя и твою замечательную группу, которая не стареет. Вам сегодня 25? Это вообще-то мой возраст любимый. И весь зал умер от смеха, потому что тогда Киркорову было 25. Ее вот эти шутки и тембры, обаяние, все слилось вместе. Муляин стоял рядом, луч прожектора. Споем? Споем. Если бы вы знали, как они меня тогда выручили. Но не знаю, насколько я сегодня выручу их. Лишь только подснежник распустится в сорок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах, появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. В отношениях Мулявина и Пугачевой был один таинственный эпизод. Якобы Алла, карьере которой ставили препятствия в начале 70-х, написала письмо на радиостанцию «Голос Америки» и попросила Владимира передать его на Запад. Он принес письмо, где нижайше там от имени Аллочки Пугачевой, значит, она там просила ее, вот, что она здесь, что она такая, ее не признают. Такого просто быть не могло, потому что когда такие радиостанции, как «Голос Америки», «Радио Свобода» или «Дойче Велле» там упоминали какого-нибудь советского артиста, то ему надолго закрывали, перекрывали кислород. Муля сказал: «Порви и выбрось». Вот. Но это письмо так и осталось на полу лежать, и я это письмо, мне Пугачева должна быть благодарна, я его порвал и выбросил в урну. Вот, крест на пузо, что я сделал. Это, конечно, легенда, потому что Алла человек не глупый и прекрасно понимала, что после такого письма, опубликованного на «Голосе Америки», ее бы задвинули еще дальше. И Родина щедро поила меня березовым соком. Сложно представить, но карьера Мулявина и его песняров могла оборваться в самом начале из-за концерта в городе Волжск. Мулявин сказал: «Не ставьте камеры, я не даю разрешения снимать». «Да-да-да, Владимир Георгиевич, все». Собрался огромный зал, открывается занавес, выходит на сцену, стоят телекамеры. Приходим, они уже стоят. Один микрофон в одну колонку, ткнутый. И все. А у нас барабаны не шли на пульт. Пульта не было вообще как такового. Какие-то там вертелки какие-то были. Ну, катастрофа. И один микрофон вонючий, хуже нашего стоит. Мулявин потребовал от начальства телестудии не снимать хотя бы второе отделение концерта. Перерыв. Выходим на второе отделение. Опять зажглись огоньки, как будто ничего. И Мулявин отменил концерт. Скандал разразился страшно, но, во-первых, зрители собрались все. Понимаешь, зрители-то при чем виноваты? Конечно, зрители возмущены. По горячим следам про ЧП написала «Комсомольская правда».
скандал перед микрофоном. Видимо, молниеносный успех, который песняры завоевали у публики, вскружил молодым артистам головы. Не грех певцам подумать и о том, что успех этот они могут также молниеносно и потерять. Критика в центральной газете тогда означала приговор. Нам запретили работать, петь, начали вытеснять там прочее-прочее. В Борисове, я помню, бабки кончились, чернила покупали в складчину. Слава прошла. Полгода у песняров не было ни одного концерта, пока кто-то из поклонников в партийных верхах не устроил им еще одну покаянную публикацию. Песняры, просим простить. Мы все глубоко сознаем тяжесть своей вины. Просим верить, подобное никогда не повторится. Владимир Мулявин. Песняры вышли из опалы. И вскоре весь коллектив пригласили на съемки художественного фильма «Ясь и Енина». А смена как за концерт платили? Сделали высшую ставку? Оттянулись там просто. Эта лента не побила рекордов проката, зато для песняров стала настоящим бенефисом. Косил я с песни старые, звучать по-новому может. Как? Косил я с конюшину, косил я с конюшину, косил я с конюшину, поглядал на девчину. Широкая публика никогда бы не узнала о жемчужинах белорусского фольклора, если бы не Мулявин и его команда. В первую очередь я собирал ансамбль из любителей народной песни. Где-то ребята заражены этой идеей. А у поли бероза, а у поли кудрава. В поисках народных мелодий и их особенного звучания музыканты объездили самые отдаленные уголки Беларуси. Ну, хватит, сколько там есть. Глухая деревня, да, ну, натуральная вот. И вот приходит там, бутылочку тут же выставляется, там, сальце, там, все это. Какая-нибудь старушка просто, вот она там, дерябнет немножко, там, 50 грамм, и как начинают какие-то петь. Начинай. Много очень записей делали, и оттуда очень много Владимир Георгиевич брал, так сказать, в наши аранжировки. Для того, чтобы включить песню в наш репертуар, и чтобы она стала какой-то основой у нас, и которая была не просто случайная песня, конечно, очень много вкладываем. И где-то 50% песен, над которыми мы работаем, они у нас отходят с репертуара, потому что где-то мы недовольны. И очень много, конечно, здесь говорит и слушатель. Песняры сделали очень много для знакомства с белорусской народной музыкой. Сейчас этого нет, если есть, то очень мало. А благодаря песнярам очень многие люди и полюбили эту музыку, и стали прислушиваться. Мы колядочка наравить будем, ой, люли-люли, наравить будем, ой, люли-люли, наравить будем. По всему Союзу публика, не понимавшая половины слов песен, все равно была в восторге. Билеты на концерты разлетались мгновенно. Тосканини, как мы звали, рабочие, это кто аппаратуру носил. Меня однажды охранник подзывает, говорит, слушай, я не знаю, что творится. Говорит, они пятый раз
кофры с костюмами, знаешь, как этих султанов носили, они пятый раз несут. Я говорю, я не могу пропустить. Я не знаю, что у вас столько костюмов. Я говорю, нет, открыли, а там два человека сидят. Они с них по пятерочке брали, а потом вечером гужевали. Чиновники от культуры были в замешательстве. Вроде играют не по-нашему, не по-советски, а прислушаешься, народные песни. Но вот как-то снизошло на него, и все это было его просто природно. И вот он прямо слился именно с белорусской песней. Он прикрылся. Ну, а время было такое эзоповское. И надо было постоянно прикрываться чем-то. Натягивать какую-то личину. Надо представиться белорусским там крестьянином 1892 года, отрастить себе такие усы, волосы, как бы я парубок с Брестщины. Екатеринбург, бывший Свердловск, родной город Мулявина. Это как раз тот дом, куда был в 1941 году привезен из роддома Владимир Георгиевич Мулявин. Здесь они проживали в коммуналке, в маленькой комнате, 10 там, квадратных метров с общей кухней. Отец Володи, Георгий, работал в цеху на заводе «Уралмаш» и был талантливым самодеятельным музыкантом. Когда Володе было 4 года, Георгий Мулявин ушел из семьи. Не было общения. И потом, когда на гастроли они приезжали, то есть вот Владимир Георгиевич очень категорически даже никак. Даже Марина, когда у него родился первый сын, она хотела назвать его Георгием, он сказал, что этого имени у меня не будет, чтобы никогда в этой семье не произносилось это имя. Он не признал своего отца. Он был на него очень обижен. И для него это... Ну, просто было что-то отсутствующее. Но ведь он поступил так же. Ведь он поступил по отношению к своим близким так же. Спустя 12 лет после рождения дочери Лидия Кармальская забеременела снова. Она выполняла, наверное, после долгих многолетних уговоров прихоть отца. Он очень хотел, он просто умолял ее, действительно так было. И родилось это чудо, которое он же копия отца. Мальчика назвали Володя. Отношения Светланы и отца, второй жены, начались во время беременности мамы. Вот. Но развелись они, когда Володеньке исполнился год. Дома малыша ласково звали Мулечка. Володе-младшему очень не хватало отца. Володя рожден, наверное, на этой земле просто быть преданным с рождения. Его предавали, 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 предавали. Допивайте. И быстро в постель. Владимир Мулявин ушел от Кармальской, когда сыну еще не было года. Маме скажете? А впрочем, не надо. Его новой избранницей стала Светлана Слизская, выпускница радиотехнического института. Мне не забыться песни той давняе весны на Муромской дорожке стояли три сосны. Вскоре у пары родилась дочь Оля. Дорогая и любимая Оленька, поздравляю тебя с Новым годом. Здоровья тебе, значит, надо хорошо кушать, чтобы я приехал и не смог тебя поднять. Целую, обнимаю, твой папа. Он всегда говорил, что я его любимая дочка, младшая. И я росла с этим, вот тем, что я там любимая и самая-самая-самая. Оле врезалась в память, как отец повез их с мамой на отдых в Крым. Папа был за рулем.
такая долгая дорога, серпантинная дорога. Папа устал очень. Ближе к вечеру было, к ночи. И не справился с управлением. И чуть не вылетели, честно говоря, за дорогу. Это мог быть трагический момент. Только потом близкие поймут. Это был первый тревожный звонок судьбы. Он был плохой водитель, начнем с этого. Он ведь два раза улетал в кювет. Он когда первый раз улетел, он думал, что к нему идут за автографом. У него шок был такой. И он идет, ручку давай. И он пытался расписаться. Да. Эта черно-белая пленка – бесценный документ, запечатлевший первый состав Мулявинского ансамбля. Вот этот улыбчивый парень с гитарой остался навсегда молодым. Валерий Мулявин, старший брат Владимира. Он погиб при загадочных обстоятельствах. Спустя 2 года после этой съемки ему было всего 34 года. Только на ноги встали, у него как раз мальчик и девочка, да, родились дети. Володя вообще на 3 дня потерял дар речи, он ничего не говорил. Возможно, песняры могли стать ансамблем братьев Мулявиных. Если папа был лидером творческим, то Валера был лидером семейным. Хотя между собой в детстве дрались. Песняры, став популярными, постоянно сюда приезжали с концертами. Несколько концертов в день, и все время был народ, народ, народ. Вся публика ходила как на белорусский ансамбль. Никто даже и не подозревал, что 2 человека, Мулявиных брата, наши с Уралмаша. Основатель музея уральского рока Владимир Ведерников попытался восстановить справедливость. Мулявин, получается, у нас первый уральский рокер. Он 12 лет сюда пришел, это где-то в 53-м. Денег у семьи не было на музыкальную школу, а здесь был мощный такой детский сектор. По сути дела, та же музыкальная школа, только бесплатная. Братья Мулявины жили по соседству. Дом культуры был центром большого заводского района. И сразу же он тут играл как минимум в 3 коллективах. Вот в детском струнном, потом во взрослом ансамбле русских народных инструментов на балалайке. И потом уже молодежь сами создали вот этот джазовый состав. Леонид Завадский играл джаз вместе с Володей. Вот Володя Мулявин. Он на контрабасе играл, у него уже был абсолютный слух. Он играл без нот. Ему не надо было нот. Молодая группа выступала по вечерам на танцах. Рядом всегда был и старший Мулявин, Валера. Не умолкает. Он только с нами ходил. Мы на репетиции, он с нами приходит. Его Володя поднатаскал на бас-гитаре и взял его в песниры. Смотрела их по телевизору. Он еще был живой. Это случилось в Ялте. В июне 73-го песниры приехали на фестиваль «Крымские зори». Концерт отработали, потом переносили вещи. И он как-то оторвался от всех и шел в другую гостиницу, переносил вещи. Последним Валерия видел водитель поливальной машины. Поздно ночью он проезжал мимо музыканта, сидевшего на парапете набережной. Спустя час водитель оказался в том же месте. И вот он вышел, остановился, посмотрел. А там такой парапет, и Валерка лежит там. Володя Мулявин сутки просидел рядом с погибшим братом.
Он собрался вести тело Валеры к семье, но тут позвонили из Москвы. Сказали, если вы отмените концерты, то больше вам вообще существовать этому коллективу не суждено. И вот в Ялтинском зеленом театре разнеслись песняровские мелодии. За всю жизнь Владимир никому из посторонних не рассказывал, как погиб его брат. Он вообще неохотно общался с журналистами. И ни слова о личной жизни. А уже вся Ялта знала, что убили песняра. Причем все не говорили, что упал, разбился. Все говорили, убили песняра. До этого мы работали в Ростове. До нас потом это дошло, что кто-то нас в карты проиграл. И типа, вот они на следующем городе, они одного не досчитаются. По-моему, просто местные власти не хотели раздувать это дело. Никаких версий, ничего, несчастный случай, все. Забыли. Погрузили в деревянный бушлат, сумки мобились. В середине 70-х слава Мулявина и его песняров вышла далеко за границы СССР. Маккартни после развала Битлов, он сделал ансамбль «Крылья». С этим ансамблем мы совместно должны работать. Он разогрели. У Маккартни. Вокальная культура песняров, их аранжировки, их внешний вид, усы, там, волосы в таких, в общем, белорусских. Но то ли это рок-н-ролл сегодняшний, Фрэнк Заппа, там, то ли это белорусская народная форма, это было достаточно эпатажно для советской эстрады в то время. Валерий Дайнеко прославился сразу, как только стал солистом ансамбля. Можно сказать, там, звезды, в общем-то, не мирового масштаба, а вот такого своего. То есть можно было сказать, что это звезда такая загорелась в Советском Союзе. Да. Ну, Советский Союз настолько был огромный, что, в общем-то, я думаю, что это можно назвать целым континентом. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Но они все просто влюбились в то, что они делают, и принесли дары своих народов. Их это объединило. Думаю, что тебе объединил очень сильный талант Мулявина. Писать для Мулявинского ансамбля считали за честь лучшие композиторы страны. Знаменитых Дроздов Шаинского, прежде чем они попали в репертуар Геннадия Белова, исполнил Леонид Борткевич. Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые, а дрозды, волшебники, дрозды. Песню, которая прославила Валентину Толкунову, Пахмутова писала специально для песняров. Нет без тревог ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Конечно, своеобразие и у Валечки Толкуновой. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Нет без тревог ни сна, ни дня, где-то жалейка плачет. Ты за любовь
прости меня, я не могу иначе. Но это не жалейка. Но у нас было такое. Жалейка, значит, жалейка. Это было сокровенное. Любовь к ближнему. Видишь, в ночи звезда зажглась, шепчет сынишке сказку. Только бездушье губит нас, лечат любовь и ласка. Я очень дорожила нашей дружбой. И я вспоминаю, кто-то однажды спросил у Володи, спросил у Мулявина. Вот вы так вот замечательно поете. Почему в вашем коллективе вот нет женщин? Там? А вообще у нас есть пахнуто. Мулявин в ответ на такие вопросы всегда отшучивался. Но на самом деле женщина в песнярах была. Просто передрались из-за нее. И потом Володя сказал, никаких женщин больше на корабле, чтоб не было. Из истории ансамбля вычеркнули и ее имя, и изображение. Вот практически вот в этой верхней части буквы «С» было закрыто мое лицо. Но здесь отчетливо видно. Вот платье мое красное, которое мне шили. Тут даже чуть-чуть причесочки, где-то туфельки. Слова певицы и композитора Людмилы Исуповой легко проверить. Фото для этой пластинки делали в Москве во время записи песен. И весь процесс запечатлели на кинопленку. И вот у нее был шанс как бы закрепиться, но поведение ее... И да не так она, как ее мужья. Володя вынужден был ее мужей брать на работу. Ну, это один из капризов. Было вот, в результате пришлось срочно замазывать. Мужик спасал тупик. Смотри, надо переделать конверт. Какой переделать? Уже в тираж, завтра идется. А что делать? Ну, могу подправить. Сама Людмила считает, что причина была в другом. Руку и сердце предлагал, то есть, ну, буквально. Не хотите ли вы выйти замуж за меня? Я ответил, что для этого нужно любить. Конечно, он сначала не понял, потом расстроился. Это такой удар вообще по самолюбию. Я не могла поступить иначе. Кто-то даже сказал, что... Меня зачеркнули буквы «С», потому что он обиделся. Ну, я не знаю. Я у него не спрашивала. Не зря мы ее выгнали. И после этого намерение не иметь женщин в коллективе укрепились на много лет вперед, пока не появился помощник художественного руководителя Пенкина. С актрисой Светланой Пенкиной Владимир Мулявин впервые столкнулся в коридорах Мосфильма. Когда очень трудно, лучше быть дома. А, собственно, кто ж такая? Учительница. Екатерина Дмитриевна Рощина. Осенью 76-го на киностудии снималась 13-серийная сага «Рождение по мукам». Там же режиссер Александр Стефанович начал работу над фильмом о песнярах. Русских музыкантов мало кто знал, и поэтому по заказу американской телекомпании, которая раскручивала рекламу, так сказать, предстоящих гастролей песняров, был заказан фильм. Внимание! Аппаратная «Песняры», Белоруссия, дубль первый. Мотор. У меня был люкс, вот, Володя жил в соседнем номере, а еще через номер жила актриса Света Пенкина, и за которой Володя начал ухаживать. А я ухаживал в тот момент за Аллой Пугачевой, она ко мне в гостиницу приходила, и очень часто мы вчетвером завтракали. Я, Мулявин, Света и Алла. Мулявин знаменит, влиятелен, женат.
Светлана Пенкина – никому неизвестная дебютантка, недавняя выпускница Минского театрального института. Тогда никто не мог и представить, какое будущее ее ждет. Она, конечно, еще этого не понимала. Она была юная, так сказать, начинающая актриса. «Триумф» наступил немножко позже, когда картина вышла на экран. Но она вела себя с большим достоинством, и, значит, было видно, что она знает себе цену. Это знакомство навсегда изменит судьбу и самого Мулявина, и его коллектива. Если вторая жена как бы вообще была далека от музыки, то третья, вот Светлана Пенкина, она уже практически руководила ансамблем. Бороться мы не могли, потому что мы уважаем и любим Володю, но а он такой вот, он ей доверял. Все это случится не сразу. Владимир и Светлана расстанутся на 3 года. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Светлана продолжит съемки в картине, а Владимир улетит с песнярами на свои первые заокеанские гастроли. В ноябре 1976 года в аэропорту Далласа, штат Вашингтон, приземлился Ил-62 из Москвы. Из салона вышли простые советские парни, почти все с усами. Кругом эти фотокорреспонденты, наверное, человек 60. И пресс-конференция. Нас, конечно, это все, мы же так придушило, мы же такие, знаете, собрались в одном углу. Вихри враждебные веют над нами. Американские журналисты впервые видели людей, которые приехали из-за железного занавеса с гитарами. Мы смотрим, у вас гитара вот Гибсон. А Володя говорит, да у нас-то все универмаги, все магазины завалены этими гитарами. И дальше они говорят, а вы нам что-нибудь спеть можете? Муля берет гитару, так аккордик. И мы как дали вот это «Рана на Ивана». И они просто такое молчание, просто, ну, охренели. Какая-то доля секунды потом, как взорвался весь зал. Так началось триумфальное турне песняров по городам Северной Америки. Каждый день этот новый город, и мы заходили уже в номера свои, и по телевизору уже нас показывают. То, что они вытворяли песню «Рана на Ивана», это запредельно сложное многоголосие. Причем понимаю, что сейчас это можно сделать каким угодно наложением, тюнингом. Но тогда это нельзя было сделать никак, кроме как подойти к микрофону и спеть с одного дубля. И Billboard, вот этот журнал, который самый главный там, где только звезд печатают, на обложке было написано «Вторжение русского рока в западный». Это партитура песни «Девчоночка» композитора Игоря Лученка. Добрый вечер, девчоночка, куды идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Добрый вечер, девчоночка, куды идешь? Ее аранжировку Мулявин расписал на обложке нотной тетради. Уникальный автограф нашелся в городке Кристал-Сити, штат Миссури. Ноты и стихи больше 40 лет хранит как реликвию музыкант Кирк Джексон.
Я даже сделал фотокопию этого документа. В 76-м году он был в лучшем состоянии, чем сейчас. Я имею в виду, бумага была немного грязная и потертая. Это несколько листков. Правда, я не могу сказать, что на них написано, но по ним мы должны были петь. В 76-м году в турне по Америке песнеров сопровождала группа The New Christy Minstrels. Кирк Джексон пел и играл на гитаре. Когда мы были в студии, я помню, Владимир говорил: «Хорошо, стоп». Он садился за пианино на долгое время, а затем давал музыкантам ноты. А потом бум, мы снова начинали, и это был совершенно другой способ исполнить музыку. Очень талантливый парень. Русские и американцы вместе записали две песни из репертуара песнеров. Хочу показать вам одну из песен, которую мы записали вместе. Это песня под названием «Вероника». Мы записали ее в Нэшвилле. Мы надеялись, что она взлетит. Но мы поем первый куплет, а затем песнеры поют хором. Вот так вот это звучит. Our love was of another season, and soon your river on my mind. Too late for us to find the reason. When I would sing that song, Veronica, каждый раз, когда я пел песню «Вероника», всегда задумывался, как доктор Живаго склоняется над своим столом и пишет свое стихотворение Лоре. Понимаете, это была очень романтичная песня. Похоже на сентимент любви. Советские и американские музыканты быстро нашли общий язык. Кто-то достал пачку сигарет, у которых был нарисован маленький спутник на пачке. Они назывались «Орбита». И они начали передавать сигареты по кругу. И это было жестом дружбы. И к тому времени, когда мы проехали 20 или 30 миль, уже было ощущение, как будто мы знаем друг друга долгое время. Группа The New Christy Minstrels была в США невероятно популярна, но приезд песнеров ее затмил. Мы, говорит, не понимаем, о чем вы поете, но это здорово, они плачущие, там, обнимали солистов, там, всех. За нами очень много снимали. Мы идем в магазин, ну, что там на суточные, что там купишь, там, жене или там... Понимаете, что купишь? Естественно, что если видим, что они снимают, мы там какую-то шубу за $1000 щупаем ее. Как только они не снимают, мы какую-то там безделушку за доллар, за два. Кажется, больше всех гастролями песнеров остался доволен американский продюсер Сид Гаррис. Он заработал приличные бабки. Он нам принес всем такие бобинки, потому что пластинка пока не вышла, в аэропорт. Встал на коне Ленин, лбом о пол, и говорит: спасибо, ребята, я на вас заработал $1,000,000. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, товарищи песнеры. Эту новость Владимир Мулявин, как часто бывало, воспринял с юмором. Тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Это его слова. Где-то на съемке вдруг скорчился, почки у него, почки, приступ, камни. И он так, человек с чувством юмора, он говорит: Лучинок написал песню, если бы камни могли говорить. Это говорит вот про меня песня. Кинорежиссер Владимир Орлов вошел в историю как создатель первого фильма о Мулявине и его песнерах. La 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 la
Это придумалось на моей съемке, чтобы вы знали. Да, вот увидите, чам-ти-ти-ти-чам-ти-ти. Это все на съемке. Кто-то один там начал косить. Я говорю, стоп, Володя, Мулявину. Вовка сразу схватил, говорит, о, давайте все чам-ти-ти-ти-чам-ти. Ну и так далее. Это, в общем, на съемке родилось. Собственный музыкальный фильм. Песняры удостоились этой чести, когда победили во всесоюзном конкурсе молодых артистов эстрады в 70-м году. Они же поехали на 4-й всесоюзный конкурс. Не как песняры не поехали, как аккомпанирующий состав «Мама». Ставили на Лиду, что она станет лауреатом, все. И вдруг она не проходит по анкете. По регламенту конкурса возраст участников не мог превышать 30 лет. К дате второго тура солистка Лидия Кармальская была старше на 3 месяца. Нам помогло, что мы аккомпанировали уже солистки, которые точно едут. А потом такой был разговор. Ну, они же едут все равно. Ну, суточно заплатимся. Ну, как приедут, так и уедут. И нам это помогло. Спасибо, Лидия. Мы назывались «Ливоны». Но перед конкурсом в Москве министерство вдруг показало, что это название вульгарное. Ливон – это в их представлении Иван Дурачок. Лявоны – это белорусское Леонид. Леньки, лявоны, леньки. Ну как же было ехать в Москву белорусским леньком, когда Советским Союзом управляет главный ленька – Леонид Ильич Брежнев? Отказали зорки в очки, зная решенька. Они, конечно, получили первую премию, первое место. И второе место мы не дали никому. Никому не дали, потому что рядом с песнярами не было никого. В 79-м году, спустя 3 года после первой встречи на Мосфильме, судьба вновь свела Владимира Мулявина и Светлану Пенкину. Я пригласил подругу на концерт песняров. Она слушала тогда «Булату Акуджава», если иностранных, то это был Стиви Вандер, поэтому песняры, я особо не слушаю их, но знаю, кто такие. Вот она пришла на концерт, и, конечно, мой папа все-таки покорил на сцене. Валерий, которого назвали в честь старшего брата Мулявина, единственный ребенок Владимира и Светланы. Это обычно наш вечер семейный, мама, папа и я. 10 лет вообще считается, что это идеальный возраст между мужчиной и женщиной. Но по духу они были равны и творчески, и мировоззрение у них как-то совпадало. Вот эта фотография в Париже, «Триумфальная арка», это папа подарил маме подарок. Она была во Франции, когда снималась в фильме «Хождение по мукам». И спустя 20 лет папа подарил ей поездку в Париж. После «Хождения по мукам» Светлане прочили блестящее будущее в кино. В 81-м году она снялась в комедии «Берегите женщин». Пенкин сыграл очень, на мой взгляд, хорошо. Фильм, как ни странно, вот при всем том, что он достаточно простой, но он увлекает все равно зрителя. Роль боцмана стала последней заметной работой в кино Светланы Пенкиной. Что касается, что мама отдала, ну, поменяла свою карьеру на семью, на папу, на меня, на песняров туда. Она отошла от кино и начала заниматься семьей и уже песнярами мужем. Домашняя хроника. Владимир Георгиевич провожает сына в первый класс. По сравнению с другими детьми Мулявина, Валера редко разлучался с родителями. Валера! Валер! Иди сюда на минуту. Значит, с мамой придет. Маму встретить, Валера. Меня часто брали на гастроли.
И как раз-таки так совпало, что мы праздновали мое день рождения. Родители днем спрятали подарок там в лесу, у нас была остановка. И вечером меня вывели прогуляться и решили, так знаете, бросать по кустам, то в один, то в другой, в каждом кусте был подарок. Это было где-то на границе между Польшей и Германией. В первой семье в это время подрастал Володя-младший. Воспитывали две женщины, я и мама. И когда он столкнулся уже с мужской жизнью, где нужно было выживать, ему это не удалось. Очень талантливый музыкант, с необыкновенным слухом. Необыкновенно похожий на отца, но имеющий очень непростую судьбу. Младший Мулявин с детства блестяще играл на скрипке. У него альт. И он перешел на альт очень быстро, потому что он сломал руку. И скрипка уже было тяжело. И за год он перешел на альт и получил лауреатство. Отец сам сказал, что он меня перерос. Пройдет несколько лет, и Володю-младшего без конкурса возьмут в Баден-Баденский симфонический оркестр. Но задержится он там недолго. Это наркотики, я этого не скрываю, потому что это беда. Как переживал эту беду отец, неизвестно. Ни с кем из друзей-музыкантов Мулявин это не обсуждал. Там этот пол вот, мраморный, вот, и он натурально молился. Как будто он за что-то там отмаливал какие-то грехи. Я вот так вот прямо глазами на него посмотрел другими. Что-то такое произошло в нем, какой-то надлом. Мы были таким теплым коллективом. Все. Потом это как-то стало вот уходить начались у него. Там, вторая жена, что-то неудачно, третья, и все не складывалось тоже. И он стал отдаляться от коллектива. Ансамбль «Песняры» был удостоен почетной грамоты и памятной медали Советского фонда мира. К концу 70-х авторитет Владимира Георгиевича был непререкаем в профессиональной среде. Его судьба свела с Высоцким. У Высоцким была проблема записания диска на мелодии, его не пускали. Он просил сделать разжировки его концерта и записать пластинку с нашим участием. Высоцкий. Ну, я говорю, ну, а на Гамлет можно будет? Там, конечно. Я вам сам, говорит, билеты около 7 на углу там. А Муля там до лампочки. И мы с Мисевичем пошли. Приходим, предстаем, ну что, где Муля? Первый слово. Он такой, мужик резкий. Бегает от меня. Почему у двух Владимиров так и не получилось ничего создать вместе? Володя бегал от Володи. Он не видел, что нужно Володе, чтобы это было нормально. Но пока эту проблему решали, он записал во Францию. Жалко, дорога ложка к обеду. До Высоцкого поддержали. Может быть, что-то бы по-другому и было. Леонид Борткевич стал первым беглецом из золотого состава ансамбля. Просто я всю жизнь мечтал поступить в ГИТИС на режиссерское. Я говорю, Володя, я поступил в ГИТИС, получил 3 пятерки. Он говорит, ну, ты выбирай, или ГИТИС, или песняры, я же не могу подстраиваться под тебя. Потом пришла очередь Анатолия Кашипарова. Раз не судьба, значит, не судьба. Хотя песняры, это было, ну, все для меня. Мы на бензоколонке встретились с Мулявиным. Он говорит, Толя, сколько надо, отдыхай. Отдыхай. Он понял так, что я уже просто там, ну, все ломались, в общем-то. Надорвались, говорит, сколько тебе надо, а потом возвращайся в коллектив. Кашипаров назад уже не вернулся. Когда мама вошла в песняры, некоторое время она вела концерты. И потом она все-таки была помощником художественного руководителя, то есть моего отца. Они совместно разрабатывали программы. Милая моя!
у нее были амбиции. Она была хорошей актрисой, в принципе. Вот эти, может быть, амбициозность в отношении вот этого актерства, может быть, у нее не излилось как-то. Она пыталась там через Мулявина, может быть. Он считал, что она образованная женщина, которая там закончила театральный художественный институт. Но чувствовал, понимал, все-таки он, конечно, не хуже ее, а может быть, даже и лучше. И... Чтобы я под юбку тебя не залез. Случайные кадры. Обычно Владимир Мулявин запрещал снимать музыкантов перед концертом. А ты давай, пусть. Две женщины за мной ухаживают. Знаешь, как приятно? Я бы закрепил это вообще. Увековечил. Варь, я не буду гримироваться. Так, ребятки, четко посмотрите программу. Чтобы до счета, Дима, разные песни начнете. Тихо, матом, алло, вы же в храме находитесь. Когда рядом Мулявин, я заметил, что все меняется походка. Когда на сцену выходит Мулявин на каблуках, он говорил, каблуки должны быть у всех, потому что песняры должны быть высокими, стройными такими. И у нас сразу так плечи раз, так, появлялась такая уверенность, наглеца такая. Ну, и мы тоже как будто бы так настоящие тоже, да, песняры. На сцене рядом с Мулявиным в разные годы стояли больше 50 музыкантов. Олег Аверин пришел в песняры в 93-м. В это время на эстраду хлынул поток новых имен. Конкурировать с ними становилось все сложнее. На афише даже, если было написано «Народный артист СССР Мулявин и песняры» красивыми красными буквами, были случаи, когда... В дворе скульптуры обычный, стандартный, приходило по человек 150. Я сейчас представляю, как ему это было больно. Потом стали отменяться концерты. Причем, если бы они отменялись, потому что там билеты не были куплены. Нет, куплены билеты. Концерт отменяется. Володя не может. Во время празднования победы на Курской дуге сражения подарил нам вот такую бутылку шампанского до пола, здоровенную. И там, естественно, вот такая здоровенная пробка была забита и залита сургучом. И мы пожелали Владимиру Георгиевичу спокойной ночи, отдыхайте. Ну, а бутылку мы поставим у вас. Ну, а что, как ее ж не открыть? Он открыл. До сих пор не знаем, как. Прийти домой мы к нему не можем, там же жена, она же не пустит. И мы по пейджеру начинаем с ним общаться. Володя, давай так вот. Лучше отдыхай. Отдыхай больше, тебе нужно здоровье. А мы будем работать, пока у нас есть силы. Обещаем тебе, будем платить всегда 30% от всех видов доходов. Он согласился вроде. А потом, значит, там еще вмешалась в это жена. Она все это почитала и сказала, рабы. Ну, такие вот фразы были. Людей отбирал с запасом преклонения. Если человек открывал дверь студии для прослушивания на гитариста, просто заходил, он уже практически наполовину не работал. Если он открывал, говорит, разрешите, можно? Здравствуйте, смотрел на Мулявина и улыбался. Это практически уже работает. В 94-м песняры выехали на короткие гастроли в Европу, где записали свой первый компакт-диск. Владимир Георгиевич, зовите, пусть выходит, снимайте. Он, когда записывал на студии песню, бросал курить на неделю. Для человека, который курит, понятен этот подвиг. Для того, чтобы голос звонче прописался, он неделю не курил, записывал дубль красивый,
сразу же брал сигарету и начинал курить дальше одну за одной по две пачки в день. В Европе Владимир Мулявин после долгой разлуки встретился с сыном. Володя-младший в то время перебивался случайными заработками. Отец сказал: «Володя, ты прекрасно понимаешь, что ты должен заботиться о маме, а мне нужен помощник, и нужно знать, кому передавать песняров. Поэтому давай возвращайся». Мулявин надеялся, что с появлением Володи-младшего у песняров откроется второе дыхание. Вовка, окрыленный, бросает все, возвращается в Минск. А в Минске Володю передают в очередной раз. Володе не дают не то, что песняров, ему даже близко не подпускают к этому коллективу. Володя-младший так и не нашел достойной работы. А потом попал в тюрьму за хранение наркотиков. В это время его отец был в Соединенных Штатах. Отдыхаем, сил набираем перед концертом. Бассейн вышел из берегов. Владимир, его жена Светлана и сын Валера в одном из американских мотелей. Валера! Эта поездка на фестиваль разительно отличалась от первых триумфальных гастролей. Были куплены билеты в одну сторону, пока мы летели. Финансирование фестиваля свернулось, и его отменили. Мы были в воздухе. В Фениксе мы приземлились, вышли, и никого. Пока шли переговоры с устроителями, Мулявин с семьей и его артисты проживали последние доллары. Света, пацаны, Света, смотри, как сейчас будет одна кава. Света, подожди, Света! Все время спрашивали, так когда ж мы поедем-то выступать? И говорят, потом, потом. И в конце концов они придумали для нас сделать выступление. Там собрались около 5000 хиппи в национальном парке. But we have one sun and one sky, am I right? Мулявин сказал: так никому ни слова. Когда вернемся назад, ни слова. Как я скажу в министерстве? Для хиппи пели. Мы больше туда не поедем никогда. Поэтому мы молчали. В США Мулявин предпринял еще одну попытку вернуть песнярам былую славу. И позвал назад Кашипарова и Борткевича. Мне грозный путь назначен, я в ночь открою дверь. Ты крикнешь неудачи, а я отвечу верь. Родился я в рубашке лохматых облаков, не будет мне поблажки до третьих петухов. Мы с ним не виделись десятки лет, а потом где-то в Америке. И он меня звал, говорит: зачем тебе, что ты тут делаешь? Говорит: тебе твое место на сцене. Приезжай, помоги мне. Он говорит: будешь петь «Берегу высок». Да, я думаю, меня забыли уже там все. Нет, публика потом в конце встали, хлопали. И я потом подумал, зачем мне действительно это Америка? И опять поехали на гастроль. Молодость моя. Возвращение легендарного солиста публика встретила с радостью. Но пути назад к всесоюзной славе уже не было. И Владимир это понимал. Говорит: когда сижу в гостинице в номере, в какой бы угол ни посмотрел, кроме стакана ничего не вижу. Беда. Вот беда. Очень тяжело, просто изматывающая, изматывающая зависимость. И никаких мелодий нет в голове. Четырнадцатого мая 2002 года в доме Мулявиных раздался звонок. Ваш отец в тяжелом состоянии. Кто-нибудь есть еще?
из взрослых. Мама Ваня. Она перехватила трубку. Где, как, живой, самочувствие. Он с дачи ехал, а там поворот такой вот, ну, 90 градусов. И он прямо, этот очевидцы, кто там, двигатель прямо этот с Мерседеса укатился вообще из машины. Он между деревьями прямо. Не, Леш, ну ноту первую. Я не буду гримироваться. Он не сел пьяный за руль, нет, просто он, промилле было в крови достаточно, чтобы он не мог контролировать правильно управление машиной. Папа долгое время еще находился в отделении реанимации, вышел уже полностью из наркоза, как-то уже понял свою ситуацию, что все-таки поврежден у него позвоночник и ноги он не чувствует. Чувствительность рук сохранил. То есть ниже грудной клетки папа ничего не чувствовал. Это вот мячик, которым он разрабатывал кисти рук. Та крепость, как у обычного здорового человека, ее не было. То есть довольно больно было. Папа разрабатывал руки. Это было больно и неприятно ему, но он этим занимался. Казалось, беда должна примирить всех участников песняров. Конечно, это было страшное замешательство, что делать. И была вера в то, что в конце концов он встанет на ноги. Надежды были не просто жить, а то, что восстановится, встанет и выйдет дальше на сцену, и будет работать и творить. Эти мысли отца никогда не покидали. Сердце Владимира Мулявина остановилось 26 января 2003 года, через 8 месяцев после аварии. Владимир Мулявин-младший переживет отца ненадолго. В ноябре 2007-го его найдут без признаков жизни в Минском следственном изоляторе. Володя закончил плохо. Володя умер от общего заражения крови на фоне наркотиков. Просто его уже не могли вывести из этого состояния. Возраст Христа. Я почему-то верю, что сейчас у него все прекрасно, потому что все те сны, которые мне снятся. Он везде с отцом. Здравствуйте, наш большой мальчик. Спустя годы дети Мулявина Марина, Ольга и Валерий смогут позабыть обиды родителей и станут дружить с семьями. Привет, красавица. Привет, красавица Басяя. Кто это такой вырос у нас? Привет, Олечка. Привет. Сейчас у них подрастают 5 внуков и 3 правнуков Владимира Георгиевича. Это же не просто так, это же еще 2 кумы. Трое внуков было, а сейчас Олечка нам подарила 2 девочек. Красота просто. Вдова Светлана Пенкина добьется открытия мемориального музея Владимира Мулявина в Белорусской филармонии. И здесь сохранилось все то, что окружало моего отца. Это та мебель, за которыми сидел мой отец, это его было рабочее место. Здесь он принимал друзей, коллег, иногда репетировал за этим пианино. Светлана уйдет из жизни в октябре 2016-го. На скромной панихиде никто из песняров не появится. Иногда кажется, что Владимир Мулявин все еще с нами. Ведь музыка и образы, которые он создал, продолжают жить.
так сегодня звучат мелодии Мулявинского ансамбля в исполнении группы «Белорусские песняры». На сцене знакомые лица – Валерий Дейнеко, Олег Аверин и Владислав Мисевич. А это настоящие золотые песняры – солисты Анатолий Кашипаров и Леонид Борткевич. Борткевич исполняет песняровский репертуар с самыми разными коллективами, как, например, в недавнем шоу Первого канала, где в образе его друга предстал я, Игорь Николаев. Леня мне рассказал, что тогда, говорит, мы с Володей подходили рядом и пели в один, не пели каждый свой микрофон, а чтобы друг друга лучше слышать, подходили вдвоем и пели в один микрофон. И мы сделали такую же штуку на съемках. И вот когда я отошел от своего микрофона, подошел к Лениному, и вот так мы... Стало тихо-тихо на усёй земли. Стало тихо-тихо на усёй земли. Ну, просто мороз по коже какой-то, как будто вот присутствие, бам, и ты опять встретился с этим человеком у микрофона. Пора це далеко, рушники плыли.